дозвольте запытаться. Ну, вы ж, напевно, бачили, что у нас у Гародні вельми много иностранных студентов. Бачили. Учатся, ходят они аккуратно, колоннами. Як вы лишите? Вот они святкували Новый год разом с нами тут. И они повинны его святковать у Беларуси по белорусских традициях или по своих? Я думаю, и по тих, и по тих. Слушайте, а я и не подумала, это же двойное свято. И что по часовому поясу? По своему, потом по нашему. Конечно. И наоборот. А вот скажите, пожалуйста, принимать наши белорусские традиции, ну, для, покуль ты проживаешь у Беларуси, это, ну, цікаво для них, полезно или, ну, как говорится, поживу? Думаю, что цікаво. И вельми. Ти хотели б вы отсвятковать Новый год по традициям не нашим, а по чужим, как-нибудь поглядеть, как там робится? Ну, я вообще-то и там видела, и там видела. Ой, слушайте, у нас тут просто у Городні шмат иностранных студентов, они так само святкували у нас Новый год. Ось они придут на передачу, будут рассказывать, как это у них. Вы бы хотели долучиться до такого? Ой, да я просто уезжаю. Меня не будет здесь через два дня. Теоретично. А так, теоретично, да. У вас же есть вот студенты, так само иншеземцы, которые, вы бачите, ходите они с вами. Да. Скажите, пожалуйста, вы не спробовали у них доведаться, какие традиции новогодние у них есть? Вам не цікаво было? Вы знаете, у нас студенты из Беларуси, из разных городов. И то разные традиции. Ну, я бы не сказала, что что-то особенное. Наверное, зависит больше от семей. То есть в каждой семье свои традиции. А тебе было бы вам цікаво доведаться про традиции, ну, иншоземные? Вот было бы цікаво, вот как бы запросили вас поглядеть? Ага. Конечно. Я бы хотела очень узнать, как празднуют Рождество в Германии. Мне кажется, это очень такой колоритный праздник. И вот я сама там была, но именно в рождественские праздники нет. Да. И вот очень хотелось бы. Скажите, пожалуйста, вот они Новый год святковали у нас, у Беларуси. Как вы лишите? Они повинны Новый год сустракать по своих традициях, типа наших? Ну, они уже приехали к нам, так уже, наверное, должны что-то у нас взять, что-то. Ну, и свое не забывать, конечно, и что-то свое. У наше, чтобы они... Хотя бы горошечек покушать. Да, оливье хотя бы попробовать. Вот, под елочкой переночевать у нас принято у некоторых, правильно? Да. А скажите, может, вы ведаете, какие чудовные традиции, ну, и других стран, какие вы так само хотели на себе примерить? Вот итальянцы выкидывают там это вот через окно. Я в этом году тоже не через окно, правда, но... Шарахнула аккуратно, полхаты вынесла. Ну, надо что-то менять новое, что-то от старого избавляться надо, что-то новенькое, что было. Дозвольте запытаться. Ось то, что иностранные студенты, многие остаются святковать у нас Новый год, коляды наши. Как вы лечите? Они повинны в этот час познакомиться с нашими традициями. Да, мне кажется, это просто интересно. Они же тоже должны испытать морскую культуру Беларуси. И, на себе. Да, и понять, есть, что белорусское. И понять, что как бы у нас есть особенного, чтобы потом, может быть, это принести в свои страны, где они там живут. У меня на курсе самом нету иностранных студентов, но есть на факультете. Ну и вот как бы все, с которыми я общалась, они очень заинтересованы вот этими традициями. И у меня есть друг с Филиппин. Да, он, правда, мы с ним только переписываемся, но, например, ему самое интересное, он всегда очень хотел слепить снеговика. А вам было бы цікаво доведаться, какие у их традиции, вот, сустречу Нового года? Да, конечно, конечно, всегда интересно узнать что-то, как происходит в других странах, вот мы привыкли отмечать так, а у них как-то по-другому, всегда это интересно очень. Хотели бы долучиться? Да, конечно. Я бы тоже хотела, но меня никто пока не звал, я бы вот... Девушка, скажите, в каком общежитии они проживают? Я подойду хоть под дверь и постою. Мы сами не знаем.